Девочки, первая пустышка в этом году. Это лак. Здесь он не совсем до дна пустой. Здесь еще есть, наверное, 1/4 часть где-то. На днях накрасила ногти. Пришлось быстро стирать, потому что где-то он все равно не подсыхал до конца. Мои капельки от Essence не очень помогали. Вот эта масленица, вы знаете. И да, он как-то где-то подпортился и меня раздражал, пришлось снять. И вот я смогла только один слой, благо на обе руки, намазать. И поняла, что я больше мучиться не буду, разбавлять его не буду, потому что что-то подобное у меня есть. И это такой оттенок, вам не очень концентрируется камера, да? Сейчас я попробую приблизить так. Так как обычно с камерой приходится договариваться. Оттенок, так, вот еще вы увидите, ладно, 170, я так вам скажу. Мне кажется, он еще есть в магазине DM, поэтому просто посмотрю, если что-то подобное, и старого еще буду тратить, а потом куплю себе такой же новый, потому что оттенок лака очень красивый, обратите внимание, он такой не холодный, но и не слишком теплый, то есть он все-таки в морковный не уходит, но не такой холодный, что прям уже в какой-то фиолетовый уходит или фуксию, нет, этого нету. Идеальный красный такой оттенок, вот такой у меня обязательно должен быть. Посмотрю, что у меня наподобие есть в коллекции, чтобы красить, потому что периодически, вот я считаю, такой оттенок, он не круглый год можно красить. У меня темный, скорее для зимы, а вот, это и летом запросто пойдет. Вот первая пустышечка. Девочки, я буквально на 2 минутки пришла. А почему? Потому что хотела показать макияж, хотела с вами собраться, было у меня время, но крышу у нас меняют, поэтому шум, который вы сейчас слышите, тарахтелка, автомобиль, который людей туда вверх гоняет, или не знаю, или материал, короче, не знаю, ну вот вы слышите, это оно, ничего невозможно делать, убегаю из дома на встречу с подружкой. Короче, давайте покажу уже, какой у меня макияж. Мне кажется, классный. Я взяла из палетки Morphe на лице косметичка Марта. Вот если бы не вот этот шум, то я бы, конечно, с вами собиралась сегодня, но не судьба, видимо. Припудрила вот этим оттенком. Здесь все матовые, довольно пигментированные. На нижнем веке я вот этот брала. Он теплый, но из этого ряда самый холодный. Так, в складку века я урвала палетку Эвелин опять, потому что такого серого, как здесь, у меня нету нигде. Он серый с таким подтоном мов немножко. А потом на нижнем подвижном веке у меня вот этот оттенок фиолетовый. Тоже, девочки, это один из самых красивых фиолетовых. И из вот этой палетки, которая называется 35F, девочки, вот этот брала. Какой он жирный, какой он жирный. Сейчас вам покажу. А, не вот этот, а вот этот. Вот этот. Сейчас покажу вам сводч. Здесь имен нету. Вот. Он, видите, такой красновато-малиновый. И плюс вот сочетание с вот этим вот, да? Вот, 2 оттенка, девочки. Очень красиво смотрится. И что еще? Карандаш и тушь. Без карандаша, конечно, ну, глаза теряются, они могут выглядеть такими заплаканными, а вот, вот так вот смотрится вообще клёво. Мне очень нравится этот макияж, но что-то подобное я на самом деле уже делала, не знаю, делала ли на камеру или нет, но вот такой макияж мне очень нравится, на самом деле, и я его, когда есть настроение, повторяю. Все, девочки, блеск Кико нанесла на губы, и я побежала, все, отключаю, всем вам хорошего дня и до следующего включения. Всем пока-пока.